писали, тогда завершим. Вот так, современные тенденции. Да, сегодня много безработных психологов, в том числе. Почему? Мы пытаемся работать для всех. Важно, вот студенты школы, маркетинг, четко делайте задания. То есть выбираем узкую специализацию и работаем для таких клиентов. Тогда все, клиенты, студенты у нас будут. То есть часто, ну, психолог хороший, но не выбрал узкую специализацию, и все, люди не видят человека в интернете. И тогда за небольшие деньги, когда у нас есть реклама, мы дали рекламу и привлекли клиентов, студентов. Все, для этого нужна узкая специализация. И фокус потом себя на клиента. Вот мне страшно проводить вебинар, как я выгляжу, что-то еще, вот я какая-то не такая самозванец или что-то еще. Фокус на клиента. Вот я проведу вебинар или проведу консультацию. Как может поменяться жизнь человека? Если человек, ну, придет в платную терапию, хотя бы 2 месяца ко мне походит, предположим, да, думаем о клиенте, тогда самозванец также будет уходить. Вот я сейчас пишу пост, да, или там видео, или что-то еще. Думаем о человеке, для кого мы работаем. Тогда самозванец будет проходить. А если мы как, ну, фокусируемся на себе, думаем больше о себе, то, конечно, и самозванец будет включаться, и стеснение, стыд и так далее. Вот как я понимаю. Также должны полюбить продажи, мы должны хотеть купить свой продукт, услугу, и желательно любую программу составляем как для себя, как для подруги, знакомого, родственника. То есть, ну, продажи от сердца к сердцу, да, называется. Когда у нас появляются первые платные клиенты, студенты, максимально фокус на клиентах, кто готов, стараемся дать людям реальный результат. Тогда включается вера, мы просим отзывы, если человек готов оставить, у нас профессиональная самооценка повышается и так далее. То есть первая цель – начинаем работать, даем платную рекламу, приходят первые клиенты, студенты и так далее. Далее фокус на клиентах, студентах. Но стараемся максимально, что от нас зависит, да, ну, поддерживать клиентов, студентов и кто готов, ну, выходить на результат. То есть, как я понимаю, сначала мы работаем на репутацию, потом репутация на нас, да. Ну и, возможно, немножко мы все психологи-фанатики, мы можем по 8 часов проходить терапию, вот даже 3 часа, вот 7...